Подожди, сейчас я не посчитал. Сейчас я не считаю. Мы устанавливаем на каждом этаже вот такие вот ящики. В каждом ящике через этот ящик будет проходить водной кабель, будет ставиться съем, и на каждую квартиру будет выставляться автомат. Двухполюсный. Вот такого вот плана будет устанавливаться на каждую квартиру. Сейчас у нас бытовая техника, там кондиционеры, стиральные машины добавились, микроволновые печи, чайники. И когда люди включают все одновременно, у них выбивают автоматы, начинает гореть проводка. Сейчас мы увеличиваем так само автоматы, ставим большего ампиража, чтобы удерживало нагрузку. До каждого счетчика будет идти медный провод, тоже с увеличенной нагрузкой. Чтобы не выбивало, для того чтобы не горело. Полностью меняем стояки до квартир, до счетчиков. Полностью меняем стояки на освещение. Будет освещение у нас включаться с сумеречным датчиком. Когда будут сумерки, освещение по подъездам будет включаться. Утром, когда будет рассвет, будет автоматически отключаться. Будет производиться замена автоматизации электрощитовой. Полностью будут меняться автоматы, полностью будут меняться все провода, кабеля.